Семена свеклы Детройт высевают в открытый грунт весной. Возможен посев в теплице. Рассаду свеклы Детройт необходимо пикировать, чтобы расстояние между ней было до 25 см. Урожай собирают через от 100 до 110 дней после появления первых всходов. Корнеплоды имеют округлую форму и интенсивный темно-красный цвет. Мякоть окрашена в темно-красный цвет, прожилки отсутствуют. Высокие вкусовые качества обеспечивают большое содержание сахаров. Масса корнеплода достигает 220 граммов. К достоинствам сорта семян свеклы Детройт следует отнести их высокую урожайность и неприхотливость в уходе. Свекла Детройт – это травянистые. Свекла Детройт имеет позднеспелый срок созревания. Его плоды созревают в месяц сентябрь. Плоды имеют массу от 111 до 212 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода темно-красный. Свеклу Детройт создал Италия Зорзис Эментисла. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.